Бои идут под Киевом, Харьков и Чернигов под обстрелом. Советник главы Офиса президента Украины. Ситуация в Украине остается под контролем. Однако российские войска пополнили резервы и тыловые запасы и начали наступление на отдельных направлениях, заявил в пятницу советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, самых больших успехов российские силы достигли в Энергодаре, установив частичный контроль над Запорожской АЭС, но все попытки продвинуться в сторону Николаева были отбиты. На северо-западе Киева идут бои с применением авиации и артиллерии, и украинские войска останавливают противника, сказал Арестович. Он также рассказал о тяжелых ударах по Харькову, Ахтырка и Чернигову. Мариуполь, по словам политика, частично в осаде, однако полного окружения нет. Непосредственной опасности для Одессы сейчас нет, добавил он.